Белгород на 11 дней превратился в театральную столицу. На сцене белгородской драмы открыли фестиваль «Актеры России» Михаилу Щепкину. Первыми выступили представители МХАТ имени Чехова. О том, как встречали одно из главных театральных событий года и что это значит для Белгорода, расскажет Ольга Горяинова. Фестиваль «Актеры России» Михаилу Щепкину в нашем городе проводят больше трех десятков лет. Возможность увидеть театральные труппы со всех уголков страны белгородцам выпадает лишь раз в 2-3 года. Но 11-й фестиваль поистине превзошел себя. Масштаб торжества понятен еще до начала. Орликины, венецианские маски и живые скульптуры без устали радовали горожан весь вечер. Художественный руководитель Белгородского драмтеатра уверен, фестиваль достоин такого размаха. Для меня чувство такого счастья, что когда я пришел, то Белгород никто не знал. Говорю, а где это? Это Белград. А теперь к нам хотят все попасть. Хороший в Белгороде театр и хорошая труппа. Поэтому я рыдаю от счастья. Белгородская актерская школа стремится держать высокую планку и благодарит земляка Михаила Щепкина за возможность быть честным перед зрителем. Я бы ему сказал спасибо за правду на сцене. Вот эту правду мы и стараемся нести в современном театре, психологическую правду. Это театр, который о судьбе человека, о его внутренних ощущениях, о поиске человеком своего места в современной жизни. Мастерство белгородских актеров известно на всю страну, уверен Константин Курганский. Сильная театральная труппа, по его мнению, гордость нашей области. У нас уже давно сформировавшаяся очень сильная труппа. Труппа, которая и на сцене академического нашего драматического театра, и на выездных мероприятиях, представляя Белгородскую область, делает это крайне достойно. Перед началом фестиваля возложение цветов. Почтить память великого земляка приехал губернатор Евгений Савченко. Вместе с министром просвещения России Ольгой Васильевой он возложил цветы к памятнику Щепкину. Уже в здании гостям показали выставку дополненной реальности, а также фото-выставку в зеленом зале театра. После чего все поспешили занять свои места в зрительном зале. В первый фестивальный вечер на сцену вышли актеры МХТ имени Чехова с поистине передовой постановкой «Предел любви». Диалог двух когда-то влюбленных людей невозможен, чувствует зритель. Актер Евгения Добровольская и Андрей Кузичев поочередно выступают с монологами, не в силах найти общий язык. Ты понимаешь, что жизнь уже давно никакая не дорога? А склеп? Смелые фразы и запретные темы. Московская школа актеров положили начало театральному марафону в городе. На белгородской сцене выступят 11 актерских коллективов со всей страны. Завершится фестиваль 18 ноября. Ольга Горяинова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.